И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. Сегодня у нас будет на обзоре на камерный свет от фирмы Ulanzi, вернее от ее подразделения под названием Vigim. Модель называется Vigim VL81. Данный накамерный свет очень маленький и компактный, но тем не менее светит очень мощно и сделан очень качественно. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Ну давайте от слов перейдем к действиям. И откроем, посмотрим, что у нас находится внутри данной коробки. Здесь идет вот такой вот буклетик Ulanzi. Кладем его в сторону. Далее силикагель, чтобы это дело все у нас не намокало. Зарядка у нас здесь идет через кабель Type-C. Далее идет небольшая инструкция. Вот такой вот буклетик. Давайте посмотрим, есть ли здесь русский язык. Русского языка здесь нет, английский и китайский. На этом все. Так, отложим в сторону. Давайте посмотрим, что идет у нас далее. Далее у нас здесь находится сам накамерный свет. Выглядит вот таким вот образом. Довольно-таки компактный. Итак, давайте замерим наше устройство. Его размеры, это получается 7 сантиметров на 7 сантиметров. И толщина около 2,5 сантиметров. Вот рядом с моим смартфоном он выглядит вот таким вот образом. Ну, видите сами, очень-очень маленький. Все барахло уберем в сторону и посмотрим на органы управления, которые у нас здесь присутствуют. Здесь у нас есть кнопка включения и регулировки мощности. То есть вот я включил свет, и этим же колесиком мы убавляем либо прибавляем свет. То есть все сделано довольно-таки удобно. Вторая же крутилка у нас отвечает за регулировку цветовой температуры. Также, ребят, с задней стороны у нас находится гнездо для зарядки, то есть Type-C. И здесь световые индикаторы, свидетельствующие о заряде аккумулятора. То есть всего здесь 4, в данный момент заряжено на 2. Давайте выключим пока его. Здесь у нас имеется крепление, то есть можем закрепить куда угодно, на штативчик, то есть здесь есть резьба под 1,4 дюйма, также снизу есть вот холодный башмак, и по кругу также имеется вот отверстие для крепления сюда холодного башмака. То есть вы можете купить несколько таких накамерных светильников, соединить их в одно целое, и у вас получится такой более мощный свет. Также можно сюда закрепить какой-нибудь микрофон, то есть ставите свет на камеру, а сверху зацепляете микрофон. Так, давайте я сейчас, наверное, отключу верхний свет и продемонстрирую, как светит данный у нас приборчик. Так, выключил. Так, ребят, вот давайте демонстрирую. Вот светит на полную мощность. Вот таким образом убираю. Давайте какой-нибудь буклетик положим, подсветим. То есть вот без этого света, вот с данным светом. Ну, то есть, видите, вот таким вот образом он подсвечивает. Довольно-таки неплохо. Цветовую температуру можем выкрутить, сделать более мягкую или более такую желтую. Регулируйте под ваши нужды. То есть давайте вот так вот разверну, порегулирую. Цветовая температура, ребят, здесь регулируется от 3200 кельвинов до 5600 кельвинов. Для такой маленькой штуковины светит данный накамерный свет очень хорошо. Также, ребят, у меня есть вот такой вот небольшой штативчик от Ulanzi, модель MTU Extension, как-то так звучит. Давайте его вынем. И этот накамерный свет, к примеру, можно установить вот на такой маленький штативчик и куда-то его расположить для ваших нужд. Вот такой вот штатив, малюсенький, Ulanzi MT14. Вот таким вот образом разбирается. Здесь у нас идет стандартная резьба на 1,4 дюйма. Берем и вкручиваем данный светильничек. И вот размещаем куда угодно, куда вам нужно. То есть можно его использовать и в таком вот виде, и где-то что-то подсвечивать. Включаете, например. И вот так все у вас будет работать. То есть очень прикольный, маленький, накамерный свет. Можно взять так, что-то подсвечивать. Каждый найдет применение данного светильника под свои нужды. Так, ребят, сейчас я нахожусь в полной темноте, и давайте затестируем наш накамерный свет. Сейчас я его включу и посмотрим, как он у нас освещает. Включаю,
Вот полная яркость. И вот таким вот образом у нас все видно. То есть результат можете оценить сами. Давайте поменяю цветовую температуру с холодного на теплый. Вот это максимально теплый у нас получается оттенок. Давайте серединочку. Вот серединочка выкрутил. И вот у нас самый холодный. Вот таким вот образом получается у нас освещает на камерный свет. Давайте немного отойду. Вот так все у нас видно, ребят. Вот такой вот небольшой тест в полной темноте. Итак, давайте подводить итоги. Светодиодная панель Ulanzi Vigium VL81 в корпусе карманного размера станет незаменимым помощником при мобильной съемке, а также в ситуациях, когда необходимо локальное освещение. Для настройки света достаточно лишь двух ручек на задней панели. Цветовая температура регулируется от 3200 до 5500 кельвинов. Устройство имеет встроенный аккумулятор, которого хватит на 8 часов работы. Подзарядиться можно при помощи Type-C. VL81 может быть установлен на стандартный винт 1,4 дюйма или холодный башмак, что дает возможность установить его на клетку для смартфона, монопод или стабилизатор, а также фотоаппарат или видеокамеру. Дополнительно по периметру предусмотрены 3 холодных башмака для оборудования или составления световой панели из нескольких подобных ламп. Если вы ищете себе компактный накамерный свет, Ulanzi Vigium VL81 станет отличным выбором. А я на этом с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И всем до новых встреч!